Поддержка родителей с детьми является приоритетным направлением социальной политики Костромской области. Пособия на ребенка в Костромской области выплачиваются, как правило, по принципам адресности и нуждаемости. Федеральные пособия на ребенка в Костромской области. Федеральные пособия выплачиваются семьям, проживающим по всей территории России, и никак не влияют на возможность оформления региональных выплат. Наименование пособия суммы пособия по беременности и родам официально трудоустроенным 100% среднего оклада за предшествующие 24 месяца или в размере одного мрот 7800 рублей, если доход был ниже мрот или страховой стаж оказался менее 6 месяцев. Официально безработным, состоящим на учете в центре занятости, уволенным в течение предшествующих 12 месяцев из-за ликвидации предприятия, прекращения деятельности ИП или банкротства фирмы 613 рублей 14 копеек в месяц. Студентам в размере стипендии. Неработающим не выплачивается. Единовременное пособие за постановку на учет в районной поликлинике или женской консультации не позднее 12 акушерских недель беременности 613 рублей 14 копеек выплачивается тем же категориям женщин, что получают пособие по беременности. И родам Единовременное пособие при рождении ребенка 16 350 рублей 33 копейки выплачивается на каждого ребенка в отдельности всем категориям граждан, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет официально трудоустроенным и уволенным из-за ликвидации или банкротства фирмы 40% среднего оклада за предшествующие 24 месяца, но не ниже минимального размера и не выше максимальной суммы 23 089 рублей 4 копейки. Неработающим безработным студентам в минимальном размере 3065 69 рублей 69 копеек на первого ребенка, 6131 рубль 37 копеек на второго, третьего и последующих детей. Ежемесячная компенсация безработным матерям, уволенным во время пребывания в отпуске по уходу за малышом до трех лет из-за ликвидации компании 50 рублей, в некоторых регионах в размере одного мрот, если ребенок третий и последующий. Читайте также статью «Пособие по беременности и родам для безработных в 2020 году». Различные меры социальной поддержки семей с детьми в Костромской области. Семьи, в которых воспитываются дети, могут претендовать на следующие виды социальной поддержки. Полное возмещение стоимости проезда дважды в год несовершеннолетним до места лечения или обследования. Возмещение родительской платы. За в размере 20%, 50%, 70% на первого, второго, третьего и последующих детей соответственно – на ребенка матери одиночки выплачивается разовое пособие в размере 2822 рублей и 274 рублей добавляется, если семья малоимущая, разовая помощь. Малообеспеченным кормящим матерям 1996 рублей. Семьи, в которых заботятся о ребенке с инвалидностью, могут оформить разовую помощь на приобретение или строительство жилого помещения из расчета средней рыночной стоимости 1 квадратный метр по 18 квадратным метрам на ребенка, ежемесячная компенсация в размере. 5,5 тысячи рублей на заявителей, не получающих пенсионных выплат или пособия по безработице. Региональный материнский капитал в Костромской области единожды на российскую семью, в которой родился или был усыновлен третий по счету ребенок, позднее 31 декабря 2007 года может быть оформлен материнский капитал в сумме 200 тысяч рублей. Выплаты прекратятся после 31 декабря 2017 года, о продлении программы пока неизвестно. Потратить его можно на погашение ипотеки. Пособие на ребенка в Костромской области многодетным семьям и иные льготы. Малоимущие многодетные семьи имеют право, помимо различных льгот, на следующие ежемесячные пособия – 500 рублей на продукты питания для детей 3-8 лет, не посещающих ДОУ, 460 рублей на покупку проездных билетов для школьника, 100 рублей на медикаменты детям до 8 лет или до зачисления в школу, 200 рублей возмещения части квартплаты и ЖКУ. Кроме того, доступны для оформления следующие выплаты три тысячи рублей пособия на тройню раз в год. Многодетные семьи имеют право, помимо различных льгот,

для школьника 5000 рублей разовая выплата первокласснику от кисть и я не тихий рублей раз выплыв вот этот также многодетная семья получает участок земли под или ЖС, право на зачисление ребенка в ДОУ в первую очередь, путевки в санатории для детей, нуждающихся в оздоровлении. Ежемесячная компенсация на питание беременным, кормящим матерям и детям младше трех лет. Малоимущие семьи, в которых есть беременные женщины, кормящие матери и дети до трех лет, могут получать 450 рублей в месяц на покупку продуктов питания при наличии справки от врача о необходимости усиленного питания. Получатели должны быть гражданами РФ. Беременные женщины получают средства с момента постановки на учет у гинеколога до родов. Кормящие матери получают деньги до прекращения грудного вскармливания или до исполнения ребенку 12 месяцев. На детей пособие оформляется до исполнения им трех лет. Ежемесячные пособия на ребенка в Костромской области при передаче сирот в семьи. На содержание каждого ребенка, переданного в приемную или опекунскую семью, органы опеки выплачивают пособие на организацию быта, покупку мебели и принадлежности для ребенка, на его питание, игрушки и так далее. Пособие будет назначено до совершеннолетия ребенка-сироты или ребенка без родительской опеки. Усыновители претендовать на выплату не могут. Размер пособия на содержание – 6250 рублей, стандартная выплата, 284 рубля 40 копеек надбавка. Опекуны и приемные родители могут получать своеобразную зарплату за опекунство над ребенком. Опекуны работают безвозмездно: три тысячи рублей на каждого ребенка 550 рублей, надбавка за детей младше трех лет, детей с инвалидностью. Единовременные пособия на ребенка в Костромской области при усыновлении. Если семьей был усыновлен здоровый ребенок в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года или ребенок-инвалид в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, родители получают право на единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей стандартная выплата, 170 тысяч рублей на детей с инвалидностью. Справки о доходах предъявлять не придется выплата положена всем семьям. Обязательно регистрация на территории области. Едв на третьего ребенка и каждого из последующих детей в Костромской области. Если женщина родила или усыновила третьего по счету ребенка в семье позднее 31 декабря 2015 года, она получается право на ежемесячное пособие на его содержание. При этом семья заявителя должна быть малоимущей, и все члены семьи должны быть гражданами России. Размер выплаты составляет величину детского регионального прожиточного минимума за третий квартал предшествующего года. Пособие будет назначено до исполнения малышу трех лет. Региональные ежемесячные пособия на ребенка в Костромской области. Родители, усыновители и приемные родители детей в возрасте до 16 или до 18 лет, посещающих школу, могут обратиться в органы соцзащиты за оформлением ежемесячной региональной выплаты. Семья при этом должна быть малообеспеченной. Размер пособия составляет 115 рублей на каждого из детей указанного возраста, 172 рубля 53 копейки на детей, чей отец уклоняется от алиментных обязательств, 230 рублей на детей матери-одиночки, на ребенка военного по призыву. Региональные единовременные пособия на ребенка в Костромской области при рождении. Помимо федерального пособия при рождении ребенка семьи, проживающие в Костромской области, имеют возможность получить также региональное аналогичное пособие. Если у женщины родился любой по счету ребенок, любой из родителей может обратиться за выплатой 3,5 тысячи рублей на первого ребенка, 4,5 тысячи рублей на второго, 6 тысяч рублей на третьего и каждого из последующих детей. Выплата будет предоставлена на каждого новорожденного, даже появившегося в составе двойни и тройни. Условием является наличие у семьи статуса малоимущей. Какие документы нужны для оформления регионального пособия на ребенка в Костромской области? для того чтобы получать региональные выплаты на ребенка необходимо обращаться в местное отделение органов социальной защиты населения заранее подготовив следующий комплект документов документ где получить заявление о назначении детского пособия в свободной форме паспорт рф внж рвп для иностранцев и беженцев гум вдрф справка о регистрации в регионе подачи заявления паспортный стол свидетельство о рождении и усыновлении ребенка на которого оформляется Пособие органы ЗАГС свидетельство о рождении, усыновлении, других детей, органы ЗАГС свидетельство о рождении ребенка без записи об отце или справка о внесении записи об отце со слов матери для матерей одиночек органы ЗАГС свидетельство о заключении брака или расторжении брака при наличии органы ЗАГС справка о составе семьи, паспортный стол, больничный лист по беременности и родам для оформления пособия по БР, районная поликлиника или женская консультация справка. О ранней постановке на учет в женской консультации для оформления разовой выплаты за постановку на учет в ранние сроки, у наблюдающего беременность гинеколога справка о размере среднего заработка за последние два года бухгалтерия по месту. Работы ФНС РФ трудовая книжка с записью о трудоустройстве или без записи с последнего места работы справка о постановке не учет в Центре занятости населения для безработных, уволенных из-за ликвидации или банкротства фирмы, Центр занятости. Население справка о неполучении пособия по безработице. Пособия по безработице нельзя получать одновременно с детскими пособиями, Центр занятости населения справка о том, что второй родитель не получал пособия УС с места работы удостоверения. Многодетной семьи для многодетных родителей УС справки о ежемесячных доходах всех членов семьи для малоимущих семей по месту работы ФНСРФ ПФР ЦИС по месту учебы справка о прохождении обучения в школе или университете для школьников и студентов по месту учебы заключения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности для детей-инвалидов. Бюро М справка об отсутствии места в ДОУ для получения компенсации за отсутствие мест, детский сад по месту жительства. Справка о зачислении в детский сад и размере родительской платы для получения компенсации части родительской платы до договора о приеме ребенка на воспитание в приемную семью для приемных родителей, органы опеки и попечительства свидетельства. О смерти или решении суда о признании человека пропавшим без вести для детей, потерявших родителя, органы ЗАГС секретарь суда, ксерокопия банковского счета или сберегательной книжки, читайте также статью «Перечень документов для оформления». Детского пособия в 2020 году. Законодательные акты по теме. Закон Костромской области от 11 ноября 1998 года номер 29 о гарантиях прав ребенка в Костромской области. Закон Костромской области от 17 декабря 2004 года номер 228 ЗКО о ежемесячном пособии на ребенка в Костромской области. Закон Костромской области от 24 сентября 2014 года номер 575 ЗКО о единовременном денежном пособии при усыновлении удочерения ребенка инвалидов Костромской области закон Костромской области от 28 декабря 2007 года, номер 246 4 ЗКО об обеспечении полноценным питанием некоторых категорий семей. С детьми типичные ошибки. Ошибка. Семья из Костромской области собирается оформлять региональное пособие при рождении ребенка после появления в семье второго усыновленного малыша. Комментарий. Региональное разовое пособие при рождении ребенка в Костромской области выплачивается исключительно на родных детей, не на усыновленных и приемных. Ошибка. Усыновитель претендует на пособие на содержание ребенка-сироты. Комментарий. Данная выплата полагается исключительно опекунам, попечителям, приемным и патронажным родителям, но не усыновителям. Ответы на распространенные вопросы про пособие на ребенка в Костромской области. Вопрос номер один. Могут ли отменить региональное ежемесячное пособие в Костромской области? Ответ ⁇ нет такого не произойдет, поскольку региональные власти обязаны выплачивать данное пособие по указанию федеральных властей. Единственная периодичность выплат ежемесячно или ежеквартально, и размер пособия зависит от решения местной администрации. Вопрос номер два ⁇ могут ли в Костромской области отменить ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка? И если да, то будут ли продолжать выплачивать уже назначенные пособия до исполнения детям трех лет? Ответ: если уровень рождаемости вырастет до среднего показателя по стране или превысит его, выплата будет отменена, если того захотят местные власти. Однако уже назначенные ранее пособия будут выплачиваться до исполнения ребенку трех лет. Видеосоветы. Какие пособия и выплаты на детей будут в 2020 году? В видео раскрывается информация, касающаяся пособий и выплат на детей в 2020 году, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, новое пособие на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!